первое впечатление от сборной? Да классно, что давно не собирались, тем более я давно не был в сборной. Ну, все супер, мне все нравится. У тебя при Карпине это вообще первый сбор, правильно? Да, первый вызов, и поэтому очень рад, что все-таки остался в окончательном списке, и ну, я рад. Скажи нам про особенность, которую ты заметил за эти дни. Да ничего такого особенного не увидел, ну, обычный распорядок, обычные тренировки, ну, как бы... Ничего такого особенного нет. А новичков много, например, аж 10 дебютантов. Я тоже, наверное, новичок при этом тренере. Поэтому, опять же, всего 2 дня вместе провели. Ну, тренируемся, работаем. Ну, конечно, все друг друга знаем. Поэтому, ну, ребятам хочется пожелать удачи, чтобы это их, так сказать, не последний был вызов, только прогрессировали. Сейчас было объявлено, сегодня было объявлено о том, что сборная России не допустит уже жеребьевки Евро-2024. Насколько вообще, как узнали эту новость? Узнал только что от вас. Ну, потому что прессу не читаю. Не знаю, как отвечать уже на эти вопросы, на самом деле. Тяжело в этом плане, потому что мы играем в футбол ради этого, играть в Еврокубках, играть за сборную. Но, к сожалению, мы не играем. Ну, что теперь поделать? Значит, будем играть товарищеские матчи и так далее. Как находить мотивацию? Мотивация всегда есть, неважно, товарищеская, тем более ты представляешь свою сборную, неважно, товарищеская игра или там какая-то другая, ты представляешь свою сборную, свою страну, тут одна может быть мотивация. Но сборная теперь на 2 года точно без официальных турниров. Есть ли смысл собираться? Ну, если вы сегодня видели, то, наверное, очень много новых ребят по сравнению даже с последней игры. Поэтому, конечно, нужно. Футболисты растут, некоторые уже заканчивают, некоторые подрастают. Поэтому некоторым нужно почувствовать эту сборную, как это здесь все. Поэтому, конечно, нужно. Александр, вот эта новость от УЕФА, она ожидаема или неожиданна все-таки больше? Ну, вот, мне сейчас сказали, наверное, я ожидал этого. Ну, из-за этого как-то сейчас, когда узнали... Расстроились, все там, не знаю, настроение изменилось или все как было, так и осталось? Да, в принципе, уже сколько можно уже расстраиваться. Уже нарастраивались столько, поэтому спокойно к этому отношусь. Просто вот у тебя был один крупный турнир, да, в карьере, Евро-2020-2021, сейчас получается мимо ЧМ, мимо Евро-24, следующий, ну, да. Дай бог, только ЧМ-26, да? Это только через 4 года у тебя. Как тут, ну, то есть у тебя, возможно, не будет вообще шанса сыграть, к примеру. Возможно, не будет, да. Ну, как к этому относиться? Как к данности. Как к этому можно относиться? Ну, посмотрим, что будет дальше. Через год, через два, я не знаю. Тяжело сейчас ответить на этот вопрос. Где твой друг Георгий Джики? Где-то там ходит по базе. Заблудился или что? Да, ему там укол, по-моему, делали и... Чуть пауза должна быть. Так нормально все. Ничего серьезного? Нет. А в связи с чем укол? Ну, это когда операцию делают, там на кресты, на мениск, там часто раз в полгода там делают укол, чтобы так жидкость добавить. Поэтому ничего такого. Это, в принципе, стандартная процедура, там все делают. Да, ты сказал, что для каждый матч в сборную это большая честь. Но тем не менее, если раньше товарищеский матч с Киргизией воспринимался бы, серьезно, но плюс-минус прохладцы, то сейчас он на каком-то другом уровне по эмоциональности, по отношению. Ну, опять же, приедем туда, там много народу, там праздник. У нас сейчас в России, не могу сказать, что ходит много зрителей из-за фан-айди, поэтому там будет полный стадион, и еще круче будет сыграть при полных трибунах. Но отношение уже, наверное, другое, да? Да нет, такое же отношение. Нет, ну, неважно, какая игра, отношения всегда одинаковые. Какие, может быть, индивидуальные цели на товарищеские матчи? Или какая-то уже задача объявлена на товарищеские матчи именно в сборной? Просто... Да никаких задач не объявлено. Ну, выйти, сыграть, хорошо сыграть, постараться победить. Наша сборная пыталась договориться с командой Боснии, чтобы сыграть товарищеский матч в ноябре, но, как мы видим, большое давление на боснийцев, и там игроки высказываются против. Ты сам веришь, что этот матч состоится, или все-таки склоняешься к тому, что не будет его? Честно, не знаю. Посмотрим, ну как состоится, состоится, не состоится, не состоится. Не состоится, ну, сыграем с кем-нибудь другим, не проблем. Сегодня Владимир Владимирович Путин поддержал идею матча с Боснией. Это нам добавляет шансов сыграть?
Знаете, мое дело играть в футбол, и как бы там не знаю, как ответить на этот вопрос. Как будет, так будет. От меня это точно ничего не зависит.